Шучишь, что я не так часто звонила оттуда. Когда мы с ним последний раз разговаривали, он... Здорово, господа, с вами Крона Гебатер Нео Папа. И сейчас будет Миагусовский просовский гайд по игре Dota 2, гайд на Трайтхартера. Капитан Мод. Да, это... А, это или Капитан... Не, да, это Капитан Мод. Где Капитан напикал, мне достался этот вот крендель галимый. Это вот с первой Доты, это очень давний герой, чувачки. Я помню, у него вот эти две пассивки были. Он обычно за счет третьего скилла в первой доте нагибал, когда ему собираешь Battle Fury. Да, он крутился каждый раз. Что не удар, он брал. И крутился. Но тут я не знаю. Так, качать. Мы можем в роли танка сыграть тут. Будем качать вот эту вот штуку. 40, видите, 40. На 40 меньше мы будем урона получать. И это надо именно в начале качать. Так, а ну оно добавляет, если мы вангард возьмем. По-моему. Урон и снижающий негативный эффект каждый раз, когда... Ну, короче, еще плюс резист от магии эта штука. Прокачаем ее, чувачки. Нам будет меньше урона. Уже на 10 меньше урона. Так они эвакуация, смотрите. Ну что? Я ее засняла случайно, как она с работником суда в кафе решала свои вопросы. Коцаем потихоньку. Я даже не знаю, попробую я. Я поняла, что это работник суда, потому что он был с бумагами, к нему обращались люди. Он заводил в кабинет, выходил с ними, но это реально был работник суда. Нормально. Так, сапожка, я хотел его вперед выбежать и ее замедлить. Ну как, затормозить собой, но не так все нормально пошло. Так, щекастый войд, чего замолчал. Так, ладно, ребятки, будем качать, сколько это, мана 120, как было, да? Это, я вторую буду максить, пассивку и пофигу. Пофигу все, буду пассивку максить и не волнует ничего. Надо, конечно, Войду помочь. Потому что, ну, это наш керри, скажем так, ребят. Он как бы фармит. Давай, я сразу ему... Веточку не буду давать. Там можно бы дать веточку. Да-да-да, вот в Тайду не зря я третий качаю. Ой, второй качаю. Кому? Не, ну все-таки не зря. Она в начале, вот, да, 30 там урона, 40 это очень много. Там дальше от нее уже толку никакого не будет. Но в начале, на начальных левелах от него толк будет. Чувачки, оно заметно будет, когда на 7 левеле с каждой тычки минус 40 урона. Мы просто крипов будем стоять. Крипы нам нас куцать не будут. Так. Чувачки, так. Надо будет. Надо банку накопить. Так. Смотрим, сколько. 40, да, замедление. А это? Давайте эту. Валим. Где он?
неналежним чином дали увагу або виходило те, що документ – це не надпис на стіні. Документ він має той чи інший факт. І те, що моя клієнтка – це приніжно, відповідно, да, я треба було качати його, але я просто не хотів тормозити його, щоб він не убежав. Тому що ні МП, ні та. Та його б не слили, якщо б я качав би. Блін, ну нет МП, я не знаю, мне надо срочно. Мне срочно надо на МП. Срочно надо, да. На МП, ну блин. Веточки. Войт, продай ветку, я тебе дам хилку. Да ем, его просто коцает сильно. Меня, видите, не коцает никто. Ну попробую покоцать. Минус 20 урона, плюс оно там может, ну, ЦМ-ка второй скилл, например, на меня кинет, он может там 2 секунды, да, действовать, а у меня резист работает, она мне просто все пропадет. Просто этот стиль очень хороший. Чешуя. Заважає користуватися маною. Є право власності на 2/3 частини, будь ласка, користуйтесь. Да нету ні мана, нічого, Войт, куди ти йдеш? А, ви там не, не одні. Це майно, все майно, ми залюбки будемо ділити, будемо ним користуватися на рівні права з тим, хто буде вартувати того в рамках закону і буде нашим іншим співвласником. Що на цьому буде? Останній доказ по справі, який надала нам свідок, а це... Смотрите, а мне не коцает ничего. Что? Немає сенсу ходити до апеля, коли одній із сторін так смакує кава і спрацює кава. Смотрите, ось як хорошо, коли чешую качаєш. Аби все ж таки довести, що попередній рішення... Ой, до 55, воно буде перекадешиться. Я вважаю, за участі цього судового засідання і нашої судді, він не залишиться поза увагою правоохоронних органів. Дякую. Да его уже слили, он АФК. Ну его слили, он... Да, блин, ну куда его уже слили? Ребятки, это минус Войт. Это без шансов. Прошу всех встать. Мінус Войт, треба цемку тормозити, щоб вона не добіжала. Позивачка домагається права на частину приватного будинку. Відповідач не збирається нічим ділитися із... Да, його зараз сольють, смотрите. Позивачка впевнена, що жадні родичі намагаються ошукати Ельфу. Тускар вже жде, не дождеться, коли ж він зараз Войда сольє. Доглядали за хворим дядьком і зробили капітальний... Ну ладно, давайте за скіли посмотрим. Это для нубов, да, качаем третий скилл, кто вот начинающий, ему по-любому нужно третий скилл качать, ой, второй вот этот, маг полностью максить, потому что минус 40 урона, вы можете, вас будут меньше убивать, ни крипы, ничего вам не страшны. Да блин, ну. Давай, давай, он еще уйдет. F9. Давайте его добьем. Не чинити перешкоди у користуванні 2/3 частин житлового будинку, що належить позивачу. Вселити позивача до житлового будинку. Рішення... А, її слили, я думав, її не слили. Прошу всіх сідати. Ну, це лоу приоріті, ребятки, тут... Я вам хочу сказати, що є... Я не знаю, тут всякое може бути. Вправі практично все тільки юридично. Смотрите, они крипы, они не коцают. И та фраза, яка лунає на одному з радіоканалів, трохи поставити вам. Ну вибачайте, вони ж не раніше на суду. Так. Вони раніше робили каву. Персеверанс можна собрати. Я не можу МП нету.
Вот, смотрите, у меня крипы вообще не косят. Сколько у них урона, можно посмотреть. 22 урона. Крипов. У меня минус 30. Так, ты хотя бы знаешь, что должен фармить Войд, а не ты крипов должен убивать. Ой, херня попала. Вот это вот плохая херня. Ребятки, мы тут просто разобрали. Так, вешку. Вешку. Ну вот я подумываю за пайп. Давайте посмотрим, что тут написано собирать. Да, есть пайп, есть раска. Давайте рефреш. Ну ладно. Ой, они так в стане были. Давайте убегать, что же уже. Что же уже делать? Або відразу запрошуйте інженера БТІ. Хай він вам марує мільйон планів. Ходіть до суду, їх оскаржуйте. Ахаха, промазав. Промазав. Короче, я на Б побежал. Уже пофиг. Вот он, видите, на лоу приорите за меня тут великие проиграют. Чувачки, я уже на лоу приорите, не знаю сколько играю. Так. Блинк написано. Блинк то хорошо, но... Давайте пока. Пока мы этот блинк соберем. Будут деньги купим. А пока собираем вот, вот эту штучку. Штучки. Да, полдня он будет ковырять. Сколько ульт кондешит, смотрите, 150 секунд долго, 2 минуты, 3 минуты, блин. Ну сколько ждать, а? Ой. Да, любимая игра. Посмотрим на счет, мы ведем пока. Ребят, все отжимают. Давайте. Ой, второй, да, не ливнули, наверное. Да они, наверное, поливали. Я врач акушер гинеколог. Вот можно не удивляться, если они ливнули. Я в последний раз. Лет 10 назад. Тогда я был еще интерном. Вообще-то я работал в столице, но обстоятельства заставили меня вернуться в армию города. Скажи, пожалуйста, а она сильно работает еще в больнице? Уже давно, она в принципе. Ну Войд, парни, давай. Войд, а может как-нибудь там, не знаю, БФМ, там всякую хрень. Они всякие ПТ и Райбенды. Слушай, он такой козырь перестал своей стрелить. Да не, Райбенды нормально. Нет? Райбенды они 6 ловкости добавляют, они хорошо добавляют. Я читал твой статью по репутологии. Давайте маякнем. Альт. Мы спокойно отмаякнем. Ревенчи готова. Я уже 3 месяца как...
Во, во, ребятки, вот так вот. Докачиваем полностью. Так, возьмем. Вот так вот. И вот так вот. Вот тоже пишет, что у него готово. Да, ему надо, конечно, надо дать ему на. Что там у него? Да, он сейчас будет отъедаться, скрипов хорошо. О, блин, опять это. Ну эта херня нас сильно сносит. Жучку МП чуть-чуть дадим. Смотрите, они мне ничего не сделали, эти крипы. Ой, блин, ну. Ой, толкнула, сука, на. Давайте, наверное, сваливать, что ж. Это сколько раз нужно упасть, чтобы так все это убрать? С лестницы упало? Не знаю. Пойдем, короче, домой. Хорошо, обменная карта есть? Нет. Анализы, где анализы? Результаты УЗИ? Мы сможем во всем за естественность, без УЗИ, без анализа. Ну, молодцы, куда рожали? Ахаха. Давай, где метеор? Кстати, до утра ее в педродовую разметологию нашла. Придет результат анализа, будем говорить более детально. А до утра полежите. Ой, ну вы посмотрите на Дазла, ну пипец. Почему до утра определенно? Нет, чуваки, тут глядя на такого Дазла, давайте лучше бежать. Нет, у вас нет начала, тогда войдите. На Б. Сука, ну надо... Ну как он третий не качал? Это основной скилл. Как Афонина? Слабый стрелковый дело. Пипец, блин. Пипец просто. Да, блин. Конечно, мы потренили, если Дас бы качал бы третий скилл. У меня он есть. МП, и в него, да и в него, ну блин, с таким Дазом, конечно. Сука, это только на лоу приорите такое дерьмецо может быть. В тиме. Кстати, смотрите, я еще этим героем нагибаю среди нубов. 3-3-0. Так, пойдем возьмем колечко. Вот, колечко, колечко. Колечко, колечко, колечко. Давай, молодец, молодец, молодец. 5 единиц за оксидоцину, пожалуйста. Слушай, слушай, сейчас, дыши спокойно, отдыхай. У тебя слабость потужного. Я сразу буду рефреш собирать, потому что долго очень. Вот сколько крипов? Спрашивает, сколько войда крипов. Где он есть? Давайте тут фармить, что уже. Кстати, он инвокер, вы видите, что он творит? Он решил обойти меня. Да, ну ульт просрал, конечно. Какой его рейндж? Ага. Ну да ладно. Идем со всеми. Нам
Нам, ну мы как саппорт, вообще тем более фармить лес. Или что-то нам оно не нужно. Ты еще ульт просрали. Сколько стоит? 900. Ой, по мне попало, молодец. Молодец, под этой фигней. Хотя, может, Дазел и правильно делает, я не знаю, но мне кажется, надо... Филку, конечно же, максить надо. Давайте косать. Ну, ладно. Смысл бежать туда. Смотрите, у меня крепко пытается косать, и у них ничего не получается. Вот что значит, когда качаем мы чешую. Нам не страшны ни одни крепы, ничего. Никакой совести. Не смейте. Ждите здесь. Это же роддом, а не супермаркет. Ни бахил, ни халат. Да, слушаю. Смотри меня внимательно. Я выезжаю через минуту. Если к моему приезду моей дочери не станет лучше... Ой, да там вышки нету, ребятки. Давайте оттуда валить. Во, смотрите, что он сделал. Фу, видите, Дазл. Все-таки Дазл решает. Чувачки, щит все-таки решает. Крест, крест. В принципе, смотрите, так он 140 лечит, ой, 80 лечит. Ага. Вот это может слить, у меня колодец не 48, 4 хилит. Ну, слил, вы видели, я так и думал, он, по-моему, замораживает хилку. Когда под этой херней он меня не хилит. О, минус 3. Минус 3, это хорошо. ДЦМ-ка. Так, продаем. Бежим на острие. Ой, блин, ну, бежим, конечно, там уже нету вышки. Куда ты пекаться? ЖВ держим на готове. Ой, у них нету. Не, отходим, где я есть. Отходим, отходим, отходим. Да не будем их никому давать. Пойдем на топ. Что могут быть проблемы, что родина на суд? Москва не хватило. Почему вы не знали, что они ждут ребенка? А я не хотела говорить вам. Мне запретили. Три этих. Отличные новости. Почему это? Ну потому что вы выгнали Лизу. Да. И связала это с тобой. Надо похилить. Сева, что с Аней? Здравствуйте. Да, наконец-то достала. Во, ребятки, сейчас будет разрыв.
Это разрыв, ребятки. Оно и вышка, по-моему, меня меньше бьет. Да-да-да, разрыв. Отсюда получать и склонность к кровоточивости. Не трогайте путь. Необходимое лечение, через некоторое время мы будем говорить о прогнозах. Так, вот эта штучка. Это тебе что? Погода? Кто конкретно отвечает за состояние моей дочери? Мало МПР, я не помню. Да ладно, сейчас мы всем нашим подрегеним чуть-чуть. 30-14. Сука, 3 армлет, 3 аркана. Я в курсе ситуации, у меня все под контролем. С вашей дочкой все будет в порядке. Даю вам слово, я бы пригласил специалиста. Куда ты убежал? Ну, к сожалению, тут вам нельзя. Отдельное отделение, сами понимаете. Так что давайте пойдем в мой кабинет. Давайте валить отсюда. Валить, валить, валить. Ой, не-не-не-не, ребятки, не туда, конечно же, не туда. Вы понимаете, что ошибиться мы просто не имеем права. Если у кого-то есть малейшие, ну, фух. Мы вместе будем думать, что с этим делать. Фух. Нет никаких сомнений. Это болезнь Рыбуфа, да, несколько неожиданно... Это благодаря чешуе я выжил, ребятки. Не было бы чешуи, меня бы уже слили. Что у нас выжил? А так он каждую подачу минус 40 урона. Конечно, нехорошо. Я вам так скажу, минус 40 урона это нехорошо. Может быть, все-таки удастся говорить Маре вернуться домой? Так, смотрим, что тут-то. Мы гарантировать, что с его дочерью все будет в порядке. Ладно, идем сюда. Смотрите, Лиза. Не, давайте же. Раз, два. Соберитесь, Максим Викторович. Идем сюда, у нас уже почти рефреш. Я собираюсь. Почти такая штука, как рефреш. Сколько свиток? А, 1800. Ну, этот герой, если честно, он такой убогенький. Вот в первой в доте, я помню, да, и он на опен нагибал. Помню, собираем Battle Fury. Посылаю анимусы. Любви и поддержки. Она меня слышит. Идиот. Во, убежи, мод. Давай, сука. Да, блин, отвлек я. Да, ну я 11 левел. Посмотрим, на мне сильно не прокачаешься. Сколько у них? Да ну у них тоже... В принципе, если б жука слили, ну-ка, жука. Ну да, если б жука слили, конечно, было б плохо. Давай, жучара, беги. Пипец. Ну там они прокачнутся. Давай, давай, давай. Вот, добили. Так. Стой, войди, блин! Ну ладно. Ну, это уже неплохо. Если не хочешь. Кстати, вот я посмотрел, что заметил, вот это вот. Мейлшторм хорошо идет. Хоть войду, хоть. У кого баш, тем Мейлшторм хорошо идет. Давайте фармить через третий скилл. Ну, Аня, он быстрее кадешится. Может быть, ну, стоило бы его качать. Может быть, раз, смотрите, можно попробовать. Тут вот комбо.
неплохое нарисовывается, да? Раз, качаем первый скилл. Потом максим чешую и максим третий. Это, видимо, на фарм. Ребятки, это, видимо, на фарм было бы хорошо. Ну просто нас бы крипы не коцали, да? А это... Вон, 30 маны забирала. Хотя... Хотя не знаю, но... Ну реально, они маны забирают мало. Можно было в лесу расфармиться. За счет третьего скилла. Вот этот на раз для замедления. 260. А это улучшаем. Это для фарма. На быстрее бы кадешево. Мы просто расфармливались. Да. Ребятки реально расфармливались. Вот. Ну надо попробовать такое. Попробуем. Раз, полностью максимум и эту потом. Ну, вниз по лестнице через вестибюль там написано. Ну туда нельзя. Стоим тут на гребне, потому что сейчас может помощь понадобиться. Этот, здрасте, ваша тетя. Подскажите, пожалуйста. Лех, вот и вздохнуть. Моя ручка. Боже, дай мне силы, Лех. Давайте, наверное, валить отсюда. Давайте валить отсюда, ребятки. Пожалуй. Сука, ульт, конечно, хорошо прошелся. А ну посмотрим. 160, а это 150. У нас, похоже, пусть рефреш откачивается, ульт у нас пусть будет на готове. У нас должен быть сейчас всегда ульт. Всегда, практически у нас под каждый замес будет ульт. Либо иногда два даже. Так, хорошо. Блин, ну у нас Войд, смотрите, мы ведем 40-21. При том, что у нас Войд. Самый такой злостный керри в тиме. Да, да, конечно, мы тут сейчас разнесем. Вот так, сильнее. Не отдыхай, родная, работай. Не, ну с этим мы не пойдем или пойти. Не, ну его нахуй. Обещает больницу разрушить, если ты не родишь. Ну, отдохнула немного. Мое мнение, конечно, что если беременную не роду отдышать в лучшем порядке, то погибнет и мать, и ребенок. А вот у меня я вас не закинули. Послушайте, ну, нужно, что вред от насилия и интеллектуальных потерь крови выявлены, но не слышал. Где это делать, а? Не знаю, почему так сложно в диагностике. А ты его всегда не понимал. Во! Во, ребятки, вот так вот. Куда ты? Ну, он уже не уйдет. Вот. Вот так, минус 4. Минус 4. И мне, смотрите, крипы ничего не сделает. Просто сейчас я буду тут сливать и все. Ну, они мне не сносят, у меня хп регенит. Благодаря чешуе. Ладно, уйдем. Разрыв тут разрыв. Вангард, видите, у него в первой доте не складывался вангард из чешуи, поэтому вангард ему не собирали.
так что я тоже не буду собирать. Ты все сделал правильно себя об этом. После того, как ты считал выступать, не отвечал. Его изменили сильно, это пассивка была. Ой, блин! Нет, ну что я сделал? Не ту нажал. Эх. Эх, ребятки, не ту нажал я. Ну, удачи. Нет, послушай, Катя, мы первый раз... Ладно. Сука, хотел пополнить, и, блин, случайная мышка съехала, мышка глючная. Ой, давай с нами снесем. Идем с ними снесем. Там нам ману, если что, 3 аркана нам пополнят ману. Ой, блин, Войда сейчас. А, у него крест. Ну, нормально. Почему ты не сказал об этом откровенно? Это нормально? Или что, у нас есть дочка мэра, то и ответственность на себя брать страшно? Зачем на одного? Ой, да блин. Ну куда им тут? Да, да, чувачки. Все-таки, ну, можно так качать, да? Но мне просто интересно, ради интереса, как вы, в принципе, фарм я отниму этому герою, шмот не сильно решает. Шуху, что не собери, там пофиг будет. Хотя, может, его можно и в танк собрать. Я знаю, я его любил собирать. В первой доте обычно Батл Фури, потом Тараска, там ребра, и он там нагибал только в путь. Начинал крутиться по 200 дэмэджа, там ну просто бешеный герой был. Да, ну конечно на меня еще нападать. Ну, не бежим, за ним не гонимся. Потому что, ну не надо гнаться, смысла нету. Ой, по мне попало, ой. Цепануло. Ну я эти не хочу уже делать. Я должен спасти эту девочку. Давайте, а сейчас еще я такого. Не, ну в принципе, смотрите, Капитан Мод, да, вот такой, такие герои, в принципе, неплохо. Тут ничего не будем говорить, но... Ну, чувачки, неплохо, сами видите. Блин, я не смогу. Я там один, ребятки. Тут понятно, что надо делать ноги. Тракса зеленый, а она там. Четыре 900. Я думаю, блинк что ли собрать. Тупо блинкайся. Да, можно блинк, тупо блинкался и слить. Но я не хочу. Уже что-то мне в последнее время вот эти вот арты нравятся. Так. Да, я уже не куплю. Давайте. Так. Мейлшторм в последнее время мне начал нравиться. Ребятки, так что я практически любому его собираю. Силовику. Скажу вам, неплохо. Ну, очень даже неплохо, ребятишки. Не подумайте тут ничего, но...
штука очень хорошая. Войт, не ходи никогда один. Ну, там башен потом, его просто, я говорю, просто эта штука, она скорость подачи, ну 8, плюс 80 скорость подачи, и молнии там они нормально наносят. Молнии они, не вижу сколько, но ну, там хорошо будет, ну, смотрите. Бу-бу-бу-бу, и казалось бы нелепый такой танк, да, уже начинает просто разбирать. Нелепый такой танк. Специалист такого уровня. Она, ну, я имею в виду, Екатерина Сергеевна, вот так вот, при всех. Ну, башерок бы еще вот. Ничего, ничего, Максим, это, простите, я... Войт станет, я стану, Жуку башер бы еще тоже. Жук станет. Вы представляете, сколько ближних? Участвовать в этой, с позволения сказать... У нас три ближних. Это же надо до такого додуматься, а? Тяжело, тяжело бы что-то сделать было. Ну тут уже, ой, блин, что они там разбирают так, вы видите? Просто разрыв. Ладно, идем последний. Шоу, последний пуш! Тут изи, ребятки, тут. Смотрите, как я с крипами расправился. Так, Ж, В, сейчас я пробую два ульта сделать. О, да ну не, не, ребят, не. Ну видите, на два ульта не хватает маны. Да. На два ульта маны не хватает. Давай ульт купол. Сколько? Сейчас посмотрим. 325. 650. Сколько это забирает? 350, 375. 1050 маны надо. Маны, видно, поменьше. Ну, ладно, фиг с ним. Там же, там уже их наши вынесут. Вот этот вот, блин, пушит. Нищая, конечно, играет против нас. Смотрите, что он делает. Ой, застанем. Да ну, блин, ну куда вы, ребятки, на него? Я, блядь, даже не выпью. Они без меня уже все вынесли. Ладно, чуваки. Да, еще смотрите, есть. Да, видите, МП не хватает. Ну, нам не надо два ульта. Все идет налегке. Если было плохо, тогда можно купить на ману, чтобы два ульта сделать. А сейчас как налегке можно и не делать эти два ульта. Да, когда плохо было, тогда да. Два ульта вынесли героя и вынесли все. Ну вот видите, 5-3-20. Батя тащил всю игру. Все, чуваки. О, еще и против Тимы. Тимы нубов. Ну все, чуваки. До новых встреч. Пока.